Элла? Зачем ты это сделал? Так, что опять я сделал? Отправил всем с моего телефона пригласительные на свадьбу. Ты что, серьезно? Я похож на человека, который шутит. Вообще-то это ты сама утром всем все отправила. Я никому ничего не отправляла. Элла, сегодня утром я показал тебе макет. Ты сказала, как замечательно, и всем все отправила. Ну, все же хорошо, дорогая, садись. Все хорошо. Я это не помню. Что со мной происходит, Олег? Я не знаю. Может быть, нервное из-за повышения. Смотри, я тебе принес здоровую пищу. Как говорится, в здоровом теле здоровый что? У меня нет аппетита. Олег, я не понимаю, что происходит. Значит так, надо успокоиться. Хорошо? Малыш. Родители неблагодарны. Я как лучше хочу, они, блин. Знаешь, пускай делают, что хотят, пускай женятся на ком хотят, раз уж оба сбрендили. Я на свадьбу не приду. Даш, это уже слишком. Они же расстроятся. Ну, хорошо. Пусть тоже страдают. Да, Кость. Деньги собрала? Да, деньги есть. Все. Завтра я тебе их передам, и наконец-то ты от меня отстанешь. Но если обманешь… Алло, Элла, привет. Слушай, я тут в городе по делам, копию диплома делаю. Да на самом деле не важно. Мне нужно с тобой поговорить про Дашу. Беспокоит одна вещь. Да, мы можем с тобой встретиться? Ага, все, договорились. Давай. Далеко еще? Отлично, кстати, выглядишь. Спасибо. Я хотел тебя спросить, у Дашки какие отношения с твоим Олегом? Ну, какие? Сдержаны? А что? Ну, дело в том, что она вчера Юлю довела до слез. Дашка? Ну, не может быть такого. Да. Там, конечно, ситуация такая особенная, и Юлька, конечно, сама в чем-то виновата, но в целом я понял одно. Есть проблема. Понимаешь, я не знаю, что мне делать. Помоги мне, пожалуйста. Сделать. У меня тут у самой ситуация странная. Сейчас. Поздравляю. Да, помнишь? Что? Да не, ничего. Ну ладно, я… Может быть, ты все-таки ей позвонишь, поговоришь? Ну а как я теперь позвоню? Разве так она должна была узнать о моей помолвке? Это правда, не так. Ну что, ладно, Тогда поеду. Угу. Тебя, может быть, подвезти? Да не, не надо. Я после работы хочу размяться, голову проветрить. Ты звони, если что, ладно? Пока. Напугал. Прости. Увидел тебя, решил сюрприз сделать. Тебе удалось. А. Ну и что ты здесь делаешь? По времени ты должна быть на работе. Рабочий день закончился. Я решила пройтись проветриться. А. Засиделась в четырех стенах. Но ты знаешь, что и мой рабочий день закончился. Могла бы позвать, вместе бы проветрились. Прости, как ты не подумала. Пойдем? Проветримся? Пойдем. Коричневый сахар, да? Все считают, что он более полезен. На самом деле, абсолютно то же самое. Элла Аркадьевна, да. А Истомин Игорь, случайно, не ваш родственник? Бывший муж, а что? Его ночью на скорой привезли после ДТП. А где он? 209-й. Извини. Журнал заполни. Маш, ну что там, жить буду? Вы, Игорь, ты живучий, как таракан. Спасибо тебе, дорогая. Жив. Слава богу. Ну, как видишь. А ты что, волновалась, что ли? Ну, конечно, волновалась. Ты же отец Даши. Только поэтому? Что там у него? Да ничего страшного, перелом руки. Ребра, грудная клетка. Да нет, нет, все в порядке. На, посмотри. Да. Маша, отвлеку? Я по поводу Игоря. Выписываю я твоего бывшего. Не волнуйся. А я думаю, его надо оставить на пару дней. С переломом руки ты себе как это представляешь? Ну, я Игоря знаю. Он заработается, на повторный прием не придет. А вдруг у него там сустав поврежден или сосуды? Нужно дождаться, пока отек спадет, и проверить снова. Никто с переломом руки в стационаре не оставляет. А ты оставь. На каком основании? На основании того, что бывшая жена волнуется. А ты его оставь по неврологии, а я сама разберусь дальше. Его осматривал невролог, когда он сюда поступил. Ничего серьезного. Элла, успокойся. У него есть человек, который о нем позаботится. А у тебя есть жених. Значит, не оставишь? Нет. Ясно. Ну ладно. Подумаю. Подумай. Ого! Чего? Да просто с тех пор, как ты забила на идею свести родителей, на этого Диму, у тебя включился синдром отличницы. Я вот думаю, сублимируешь или реально учеба тебя настолько увлекает? Монографию мне верни. Ты ее всю, что ли, будешь читать? Я просто еще раз пробегусь по тезису. Так, ты кто такая? Ты что сделала с моей Дашкой? Очень смешно, давай сюда. Возьмешь? Нет. Уже раз 5 звонили, вдруг случилось что? Да, конечно, случилось. Он надумался. Просто мое прощение придется заслужить. На вибро поставь. Да, пап. Что? Что случилось? Я приеду. Нет, это не обсуждается. Я приеду. Папа в аварию попал. Сильно пострадал? Не знаю, говорит, что нет. Он у мамы в больнице. Можно? Да. Маш, скажи, у нас есть местами проблемы? Есть. Мне своих класть некуда. Тогда объясни мне, почему мы не выписываем амбулаторного. А ты о ком? О Истомине. А, вот оно что. Угу. Маш, он прописан не здесь, пускай у себя в столице и лечится. Я сама буду решать, когда мне кого выписывать. Угу. А то, что у нас нет свободных мест, так это вот, пожалуйста, главврачу. Маша, я сейчас с тобой не как с врачом. Я тебя прошу, как лучшую подругу Эллы. На нее сейчас столько навалилось, она и так зашивается, Маша. Ты боишься, что она будет его лечить? Я не боюсь, я знаю, и ты знаешь. Ну, ладно, посмотрим. Маша, а что смотреть, а? Послушай, не зли меня. А то сейчас как положу его на максималочку. Я тебя как человека попросил. Просто попросил как человека. Ну и что ты свалился мне на голову? М? Маш, ну? Пожалуйста, оставь меня на несколько дней в стационаре, а? Слушай, ну с рукой это просто невозможно. Как ты себе это представляешь? Маш, я в отпуске 3 года не был. А теперь еще эта свадьба, все эти подарки, цветочки, наряды, приглашения, дизайн, чтоб его. Ну мне отдохнуть нужно. У меня голова кругом, понимаешь? Может быть, есть платная палата? Да, есть. Но только это не гостиница. Нужно разрешение врача. Маш, пожалуйста. Ну ладно. Понаблюдаем. Шикарно. Отпуск. Нашел себе санаторий. Спасибо. Да, любимый? Юль, я в аварию попал. Что? Как? В какую аварию? Ты сейчас где? Я в больнице в Ярославле. Все, я поняла. Хорошо, я вечером выезжаю. Давай. Давай, целую. Совсем не ешь. Нет аппетита. Плохо. Как себя чувствуешь? Да я проснулась и сразу устала. Малыш, Я настаиваю, чтобы ты прошла обследование. Возможно. Но сейчас не вовремя. Ну что значит не вовремя? Подготовку к свадьбе я возьму на себя. За своего бывшего можешь не волноваться. Дома, как говорят, и стены лечат. Ну, дома, может, и лечит, но Игорь остался в больнице. Зачем? Ты знаешь, похоже, у тебя профнепригодная подруга. Потому что оснований для госпитализации абсолютно никаких нет. Ты ревнуешь, что ли? С чего? Ну, это хорошо. Тем более, что Игорь тоже скоро женится. Прекрасно. Значит, нам есть о чем с ним поговорить. Познакомишь? Дашка. Пап. Пап, ты как? Привет. Все нормально. Садись. А это что? Это… Да, это ерунда. Это до свадьбы заживет. Пап. Ну что, мир? Мир. Пап, а если б ты умер? Дочь, ну ладно, ты меня раньше времени-то не хоронил. Да нет, ну ты послушай. А если б ты правда разбился насмерть, и мы с тобой в ссоре, и наш последний разговор был бы такой плохой. Ты мой хороший. Ну все. Дашуль, давай, знаешь, мы с тобой как договоримся, что мы с тобой никогда больше не будем ссориться. Давай. Что, так просто, что ли? Дашуль, ну а все хорошее не всегда очень просто. Дашка. Дочка. Так, с тобой я точно не разговариваю. Дашуль, ну мы с тобой только что о чем говорили? Мы договорили, но ты не получал от нее вот это. Так я узнала, что моя мать выходит замуж. Даша, я хотела тебе как-то по-другому это все сообщить. Вот это, кстати, я случайно отправила по ошибке. А, то есть ты не выходишь замуж за душнилу? Так, дочь, ну все, ну это уже такие разговоры. В конце концов, ты должна как-то уважать выбор родителей. Тебе надо принять и мою Юлю, и маминого Олега. Тебя никто не заставляет их любить. Но поверь, если ты не будешь их оскорблять в нашем присутствии, это уже вполне будет достаточно. Да, мам? А ты почему не ешь? Элла, ну это невозможно есть. Давай я доставку закажу. Игорь, ты не в отеле. Ты либо соблюдай режим, либо выписывайся. Давай, при мне. Давай, я жду. Мам, а ты мне про свадьбу почему не сказала? Доченька, я хотела. Игорёчек, мой хорошенький, как ты? Тихо, все хорошо, все хорошо. Пупсик. Здрасте. Дашуля, пойдем мы с тобой тоже позавтракаем. Ну, хороший. Я еще потом зайду. Конечно. Доча. Давай. Давай. До свидания. Приятного аппетита. Что за гадость? Не надо это есть. Давай я тебе лучше доставку закажу. Девочки, я тебя обожаю. Даш, ну я хотела сказать тебе лично обо всем, но в последнее время из-за этой работы я сама не своя. Творю черт знает что. Зачем вы вообще с папой развелись? Он не изменял тебе. Так, во-первых, это наше с папой дело, да? А во-вторых, прекрати идеализировать отца и делать меня виноватой. Он тоже несовершенный, знаешь ли. Да при чем тут это? Они начали с Юлей встречаться, когда вы уже развелись. Она сама мне это сказала. Она врет. Да, я тоже сначала подумала, что она врет. Спасибо, что поздоровались. Зачем им врать сейчас? Ну, правда, зачем? Ну, какой в этом смысл? Не знаю. Мам, ну может, дашь ему второй шанс? Ну а ты дала бы второй шанс Диме? Это совсем другое. Ну почему же? Парень ушел со свидания, может, у него была веская причина. А вот был бы мерзавец, вообще бы не пришел. Так кто здесь мерзавец? Привет. Даш, Даша, Даш. Вы нас будто преследуете. Так и есть. Только не вас, а вашу маму. Самую любимую и прекрасную женщину на свете. Вообще-то мама взрослый самостоятельный человек. Ей надсмотрщики не нужны. Даш, ну… Это я надсмотрщик. Я просто волнуюсь. А вы не волнуйтесь. Расслабьтесь. Расслабиться. Каждый день на своей работе я вижу пробитые черепа, колотые, резанные раны. Средь бела дня, каждый день. И вы мне предлагаете расслабиться, да? Издержки профессии. Ну вот я тоже везде вижу неврологию. Да, Леш? Да. Ладно, пора идти, больные ждут. Пойдем вместе? Нет. Останься с дочерью, а то он опять скажет, что я надсмотрщик. Да? Я жду. Душнило. Вот так вот. Пришлось пойти на маленькую хитрость, чтобы здесь остаться, отдохнуть. А можно было согласиться на Испанию и просто сказать, что приедешь после отпуска? Юль, давай про Испанию потом поговорим. Завтра я еду в визовый центр за визой. Серьезно? А я думал, ты здесь со мной останешься. Где здесь? Нет, ну не прямо здесь. Сняли бы отель, отдохнули, погуляли. Ну а за визой потом съездишь. Серьезно, оставайся. Ну не знаю. Ну смотри, тогда я буду гулять здесь с бывшей женой. Прям умираю от ревности сейчас. Это, между прочим, наш с Эллой родной город. У нас тут за каждым углом воспоминания. А ностальгия – это серьезная вещь. Я сейчас тебе вторую руку сломаю, понятно тебе? Это пожалуйста. Только сперва я тебя защекочу, защекочу. Останешься? Останешься, останешься. Ну, хватит. Пожалуйста. Что случилось? Забыла совсем, что мне же нужно, например, к свадебному платью сегодня. Да, и отменить нельзя. Надо ехать в Москву. Да, конечно, я понимаю. Платье намного важнее, чем жених. Нет, ну глупенький. Ну ты же сам понимаешь, что невесте в день свадьбы очень важно быть ошеломительной. Да? Ладно, все, я поехала. Если вдруг тебе будет очень плохо, ты звони. Я тебя заберу. Пока-пока. Юль, ты ничего не забыла? Чего? Все, я поехала. Чем это вы тут занимаетесь? Биохакингом. Биочем? Можно по-русски? Добавляю витамины в смузи, чтобы днем было больше энергии. Пытаюсь обмануть природу. Биохакинг. Ясно. А что, вы свой биохакинг не пьете? Пойду посмотрю, не проснулась ли Элла. Вымой, пожалуйста. Олег женился рано на своей однокурснице. А она ему изменяла с лучшим другом. Ну вот поэтому он такой тревожный. Да? Немного. Но, мам, немного? Он тебя преследует, он даже на работе за тобой следит. Ну, его можно понять. Но он не хочет повторения сценария первого брака. Чего я тебе об этом рассказываю? Ты же сама у нас психолог. Да, мы все это изучали, понятно. Мы просто в клинической психиатрии... Это не клинический случай. У человека психологическая травма. Вот ты попробуй поставить себя на его место. Я все понимаю. Ему очень сочувствую. Ну, просто он... Но он не папа. Да и не это имела в виду. Даш! 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 А я тебе рассказывала, как мы с твоим папой познакомились? Ну, что-то где-то в кафе. Вот в этом! Представляешь? Надо же! С тех пор ничего не изменилось. Я стояла вот за этим столом. Он зашел такой красивый, такой уверенный. И прямо ко мне, хотя другие столы были свободны. А дальше что? Ну, съели по пирожку, разговорились. И тем же вечером пошли в кино. Мам, а давай зайдем? Давай. Ну, как ты? Да ничего, в порядке. А где невеста твоя? Да, она променяла меня на свадебное платье. Понятно. Это тебе? Да ладно. Да. А что это? Ну, посмотри. Пирожковая на Луговой. Твоя любимая, с картошкой. Мы с Дашкой мимо проходили, и ну, я вспомнила случайно. Слушай, удивительно вообще, они до сих пор работают и продают. Да, мы с Дашкой уже продегустировали, заценили, так сказать. А теперь ты. А Дашка-то где? Она побежала зарядку покупать, она забыла, она сейчас придет. А, ну ты присаживайся. Да не, я пойду уже. Пирожок-то будешь? Да мы же поели. Ну ты еще возьми. Да нет, ну ты что? Ну давай садись. Ну ладно. Держи, пополам. Половинку только. Осторожно. Да. Да. Прекрасно. Знаешь, вот бассейн только здесь не хватает. Размечтался. У нас бассейном у нас напряженка. Зато с пирожками все отлично. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Да. Ты тоже здесь? Хорошо. Я пришел знакомиться. Олег, жених Эллы. Игорь, бывший муж. Здорово. Я слышал, вы тоже скоро женитесь? Да, что? Ну, раз уж мы оба женихи, я предлагаю, давайте вместе готовиться к свадьбам. Олег. Подержи. Бери. Ничего, что я на ты? Да, без проблем. Смотри. На сегодня задача такая. Я купил торты, мы их сейчас будем дегустировать, и вместе выберем свадебный торт. Олег, давай мы с тобой дома продегустируем и выберем. Элочка, милая, пожалуйста, не вмешивайся, когда мужчины дегустируют торты, да? Держи. Ну тут вообще пирожками балуемся. Пирожки несерьезно, а вот торты. А что здесь происходит? А мы торт дегустируем. Присоединяйся. Вообще-то я пришла попрощаться с папой. Я возвращаюсь. Ну, хорошо, мы не будем вам мешать, но в любом случае пробуйте. Пойдем. А мама нам и не мешает. Оставайся. Оставайся. Я все понял. Давай с тобой дома, ладно? Поговорим. Да. Потом обсудим. Ребят, все. Пробуйте, это все очень вкусно. Спасибо тебе. Даш, ты опять? Да бесит он меня. Да, Шуль, мы же договорились. Да, давайте вдвоем ребенка кошмарить. Ну, подожди, иди сюда, ребеночек ты наш дорогой. Давай обнимемся. Давай обнимемся, бедный ребеночек. Ир, ну пожалуйста. Даш, ты что, это персональные данные? Ну, Ирочка, ну, Ирка. Не могу. Жалко, очень жалко. У меня тут трюфели ручной работы. Все, как ты любишь. Ну, если так... Так, записываю. Улица Школьная, дом 15, квартира 187. Ирка, ты the best. Спасибо тебе огромное. Если что, узнала не от меня. Давай. Привет. Даша, ты что здесь делаешь? Как что? К тебе пришла. Зачем? Увидеть. Увидела? Все, пока. Подожди. Ну что? Дим, ну мы же нравимся друг другу. Ты можешь мне все рассказать? Я правда попытаюсь все понять. Да нечего рассказывать. Давай потом в универе, ладно? Нет, не ладно. Мне нужно знать, почему ты ушел со свидания. Я не уйду, пока ты не расскажешь. Ну, ты... Ты кто такая? Здравствуйте. Я Даша. Мы с Димой вместе учимся. А чего вы в подъезде делаете? Как бездомные. Только позорите перед соседями меня. Только быстро в дом. Спасибо. Мило у вас тут. Уютно. И район красивый. Я пока от метро шла, столько домов. А как вы собираетесь меня убивать? Задушите или отравите? А? Господи, ба. Никто не собирается тебя убивать. Ну-ну. А зачем ты тогда ее сюда привел? Никто ее сюда не приводил, она пришла сама вообще. Мы просто вместе учимся. Прохиндеи, вот вы кто. Отравите и скажете, бабка сама померла от старости. А все для того, чтобы квартиру мою захапать и притон здесь сделаете. Ну что, ну… Бабуля… Я же просто… А ну-ка иди отсюда вон! Убирайся, я сказала! Прохиндейка! Даша! И ты убирайся вон! Даш, слушай, ты не сердись на бабушку. Она сдала в последнее время. Из-за этого характер испортился. У нее глюки, что ее убить хотят из-за квартиры. А вы вдвоем, что ли, живете? А родители? Погибли. Что? Погибли, когда мне было 10. И вот бабушка сейчас для меня как вторая мама. И то, что сейчас с ней происходит, это невыносимо. Я на все ради нее готов. Я даже академ взял ради нее, лишь бы она не психовала. Ну, может, как-то успокоить ее? Ну, объяснить ей все. Бесполезно. Она с каждым днем только хуже и хуже. Что-нибудь придумаем. В смысле придумаем? Вместе, что ли? Ну да. А ты не боишься со мной связываться? Меня так легко не испугать. Проводишь Дмитрия? Конечно. Что-то вообще онемело, я не чувствую. головокружения какие-то. У меня, по-моему, пульс зашкаливает вообще. Да ладно ты, я пошутил. Все нормально, лежу, отдыхаю. Дурак. Эл, заберешь эти тортики? Они уже вонять начинают. Я их есть все равно не буду. Да, извини. Как-то с этими тортиками, правда, не очень хорошо получилось. Эл, ты чего? Элла, это не смешно, Эл. Голова закружилась. Подожди, давай на кровать. Ложись. Ложись. Воды налить? Да. Держи. Спасибо. Осторожно. Спасибо. Так, все, я пойду, кого-нибудь позову. А, нет. Что нет? Эл, ты чуть не упала. Мне уже лучше, все нормально. Сейчас. Точно? Мне лучше, точно. Все нормально. Просто переутомление. Сейчас я немножко посижу и... Все будет нормально. Правда? Уже лучше, да. Все хорошо. Ты меня напугала. Извини. Просто голова скружилась. Уже лучше. Объясните мне на стол. Хорошо, сделаю. Ну что, начинаем планерку? Элла Аркадьевна, очевидно, не будет. Мария Евгеньевна, наберите ей. Хорошо. Наберу еще один раз. Да, Маша. А, уже? Бегу. Да, бегу. Не дождались вас, Элла Аркадьевна. Спешу к пациентам. Мне тоже пора. Вроде все обсудили. Извините. Элла Аркадьевна, если вы не справляетесь, дайте знать. А? Я буду искать вам замену. Я справляюсь, все хорошо. Тогда будьте добры, не опаздывайте. День расписан не только у вас. Прошу. Я понимаю, извините. Алло. Да, Семен Павлович. Игорь Владимирович, вам тут гости, у вас нет никого. Гости? Да, молодой человек к Юле пришел. Требует, чтобы его пропустили, чтобы он поднялся и на площадке ждал Юлю. А он там рядом. Передай ему трубку. Вас, Игорь Владимирович. Алло. Вы кто такой? Зачем вам Юля? Наши дела с Юлей вас не касаются. Пока что. А, это ты, что ли, шантажист? Тебе сколько лет-то, а? Какая разница? Да я по голосу слышу, что молодой. А ты вообще знаешь, что шантаж – это уголовное дело? Ты жизнь себе хочешь испортить, что ли? Почитай мне еще морали. Послушай, Юля мне рассказала про свою работу в эскорте. И мне на это плевать, так что денег ты от нас никаких не получишь. Ты понял меня? В эскорте? Мужик. Да она и тебя обманула. По сравнению с тем, что она наворотила, эскорт – это такая фигня. Держи, дед. Позже вернусь. Да что за… Может, он прав, может, я действительно не справляюсь, может, мне помощь нужна. Элла, ну ты что, только вчера родилась? Покажешь слабость, тебя сразу же заменят. Поэтому соберись. Ты знаешь, мне тоже было очень сложно. Но потом ничего, привыкла. У меня теперь, знаешь, такое ощущение, что я родилась завтра в матологии. Маш, да не в этом дело. Со мной что-то не так физически. А ты диспансеризацию давно проходила? Год назад. Знаешь-ка что, давай-ка мы тебе выпишем плановую диспансеризацию, так что никто ничего не заподозрит. Угу. Как же это все не вовремя-то? Я не поняла, ты хочешь знать, что с тобой происходит? Ну, конечно, хочу. Здравствуйте, Семен Павлович. Не волнуйтесь, это со мной. Проходи. Дорого-богато. Тихо. Алло? Алло, да, любимый, да. Нет, 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 я не дома. Нет. Да, конечно, если он еще раз появится, я сразу звоню в полицию, да. Мила, не могу сейчас говорить. Я за рулем, я тебе перезвоню. Тебе выпить никто не предлагал. А ты, сестренка, как была жадиной, так и осталась. В детстве от меня игрушки с конфетами ныкала, а теперь вискарь. Причем не свой, а своего спонсора. Игорь не спонсор. Игорь мой жених. Я люблю его, слышишь? Так пригласи на свадьбу. Как-никак брат родной. Чтоб ты мне там все испортил, да? Это ты все испортила. Подставила меня и мать. Деньги давай. Алло, Даш. У меня бабушка пропала. Как пропала? Вышла из дома и не вернулась. Ну, может, ее подождать просто? Нет, уже 3 часа прошло. Она так никогда надолго не уходит. Даш, поможешь, а? Я около дома. Да, буду через полчаса. Хорошо, спасибо. Да, мать, сколиозик у тебя. Ну, вон здесь, в желчном. А в остальном ты патологически здоровая женщина для своих лет. Ну, а что тогда не в порядке? Усталость, энергии нет. Сонливость. Все время вареная хожу, тело свое не чувствую. А ты вообще высыпаешься? Да я и раньше не высыпалась, но такого не было никогда. Про накопительный эффект слышала? Тебе непременно надо отдохнуть. В 3 квартала от метро вышла. А, все соседние улицы уже. Так, ну, давай еще раз больницу обзвоним. Смотри, давай еще поищем. Если найдем, тогда больницы и морги. Не паникуй. Пойдем. Смотри. Молодой человек, какой это дом? 15-й дом, табличку смотрите. А Димка где? Какой Димка? Где Димка? Куда ты его дел, прохиндей? Бабушка, бабуля. Так, ты где шлялся? Мы же договорились у магазина встретиться. Бабуля, мы не договаривались. Ты ушла из дома, я тебя уже весь день ищу. Как это ищешь? Я стою здесь, жду тебя. Устала уже. Слава богу, вы в порядке. А ты кто такая? Я Димина однокурсница. Вы домой не хотите? Кому? К тебе, что ли? Нет, к себе. Откуда ты знаешь, где мой дом? Бабуль, бабуль, все, пойдем домой. Пойдем пообедаем. На обед. На обед. Пойдем. Все, пойдем, на обед. Димочка. Пойдем, пойдем. Пойдем, мой родной. Все. Ну что? Это счастье, что получилось ее уложить. Когда она в таком состоянии, это капец. Слушай, я говорила тебе, что у меня мама невролог? Ну, вроде. А при чем здесь… Ну, Дим, ты только не волнуйся, но мне кажется, у твоей бабушки начинается деменция. Есть признаки. Да? Я… Даже об этом и не подумал. Что мне теперь делать? Она сама ко врачам не пойдет. Она их считает жуликами и прохиндеями. А если моя мама просто приедет в гости, поболтает с ней? Мне кажется, это хорошая идея. Давай. Сейчас позвоню. Дашуль, ну, конечно, поможем бабушке. Завтра давай, хорошо? Ладненько. Ой, извини, я перезвонила, мне идти надо. Дашка? Да. Выписываешься? Угу. Утром. Отдохнул. А я завтра к Дашке поеду. Если хочешь, можем вместе. За мной Юля утром на машине приедет. Ну да, что-то я не подумала. Слушай, давай вместе поедем. Мы тебя подвезем. Да не, я поездом. Ну, подожди. Зачем на поезде, когда можно на машине? Ну, правда, Элла. А во сколько? Ну, она часов в 9 должна приехать. Ну, ладно, я подойду. Спасибо.